Обе пары очень техничные, очень интересные. Но как бы вот все-таки танго, да? Побеждает танго, всегда побеждает танго. Маша с Сашей танцевали танго. И музыка танго была, и была танго, было танго. Нана с Димой тоже танцевали очень технично. Наверное, это было танго, но музыка была не танго. Я считаю, что готовы лучше, техничнее и интереснее танцуют Саша и Маша. Но это лично мое мнение. Я люблю социальный танец, а не шоу. И кому же голос? За Сашу и Машу. За Сашу и Машу. Спасибо. It's a pleasure to be here in Moscow in general, because what I see through my eyes is that you really feel and understand the tango in your hearts, and it's beautiful to see all of you dancing. So, first of all, добрый вечер всем. В первую очередь хотелось бы сказать, что мне очень понравилось в Москве, и я вижу, что все вы действительно танцуете танго и чувствуете этот танец. Both improvisation and choreography dance when we perform is very challenging. One is different than the other, it requires a different training, but both are very valuable and important for the interpretation of the tango. Вот танго всегда важна и импровизация, и хореография. И, конечно же, они всегда отличаются от пары к паре, но оба этих элемента очень важны. So, both couples did a very good job and were very brave to perform for us tonight. And my choice go for the first couple because they were a little bit more fine-tuned, more expressing the musicality of the tango, and they were listening to each other in a more harmonious way, but also the other couple presented a very interesting interpretation for a very nice song, which is not a typical tango song. Это вы все поняли, телезрители. Выбор Ракель – это первая пара, поскольку она считает, что они были более музыкальны, более настроены друг на друга и очень хорошо друг друга слушали. Окей, ваш выбор какой? Ну, вторая пара, она также показала, проделала огромную работу и показали очень интересную интерпретацию не танго-музыки. Yes, but I say keep experimenting, keep searching for your own tango and have fun. Dancing is about fun. Buy the shoes so you can keep dancing and smiling. And thank you very much. Продолжайте экспериментировать, веселиться, потому что танго – это об этом, о веселье, поэтому покупайте обувь и продолжайте веселиться. И выбор – первая пара. Work and music is not easy. One real work in one interpretation for one not easy tango, and the real world I respect too much. For this, for the interpretation musical, I have my preference for tango. Насколько я понял. Работать с музыкой непросто. И выбор Кристиана выпадает на пару, которая танцевала танго. Танго. The world for one choreography.
musical is many work. Congratulations, I like too much. My preference is for Alexander and Maria. Работать с хореографией, с музыкой – это очень большая работа. И выбор Кристиана в пользу Марии и Александра.